Кенийские рейнджеры с вертолетов осматривают заповедник Мвеа. Они выслеживают слонов. Им нужно найти и на время усыпить 50 гигантских животных. Здесь проходит масштабная операция по их переселению. Площадь заповедника Мвеа всего 42 квадратных километра. Он может безболезненно вмещать не более полусотни слонов. Но их здесь уже 156. Если на небольшой территории их так много, то природные ресурсы истощаются. Наша операция – одна из мер, направленных на смягчение последствий. Мы частично устраним нагрузку на среду обитания, и экосистема восстановится, что позволит существовать здесь другим видам. Переселить слонов также пришлось из-за жалоб сельских жителей. Слоны нам мешали, но сейчас мы вздохнули с облегчением. Наши дети не могли ходить по утрам в школу, поскольку боялись встретиться со слонами. После усыпления слонов осторожно помещают в большие грузовики. Потом машины отвозят животных в национальный парк Абердер. Его площадь превышает 760 квадратных километров, так что там для слонов будет достаточно места и пищи.